Всем привет! Меня зовут Рузана. Я бы хотела оставить свой видеоотзыв о выездном тренинге «Дерево как образ человека», который проводила практикующий психолог, мастер рейки Оля Носикова. Дорогая моя Олечка, я хочу выразить тебе огромную благодарность за этот невероятный тренинг. Я бы хотела попасть туда снова и снова, в эту прекрасную полянку, в окружении огромных деревьев с большими стволами. Там действительно, только попав на эту поляну, каждый из нас почувствовал какое-то волшебство. Но на самом деле волшебство есть внутри каждого из нас, особенно при взаимодействии с деревьями. И каждый, кто захочет попасть на тренинг, поймет, о чем я говорю. Оля приготовила огромный материал. Это и разные практики, метафорические ассоциативные карты, тарт-терапия, это медитации, это техники из психодрамы. В общем, будет очень много чего интересного. И самое главное, вот что я оттуда извлекла, это пробудились те чувства, те переживания, которые я долго прятала. Прятала, конечно, прежде всего от себя, от окружающего мира. И я думаю, что каждому есть что сказать. Каждый что-то из нас прячет. И это удивительный способ, такой мягкий, такой чистый, экологичный, для того, чтобы выразить наконец-то то, что накопилось. Еще раз, Олечка, выражаю тебе огромную благодарность и хочу попасть снова. Надеюсь, увидимся на тренинге.